А тут кто-то атмосферненько насвистывает. Еще раз, ребят, привет. Продолжаем, в общем, проходить уже вторую часть, получается. Broken Horse Lane, по-моему, она так считается правильней. В общем, это вторая часть, она должна, по идее, расширить вот эту вселенную в первой части. То есть, в первой части тетка работает на... институт какой-то, вообще пришла к деду, дед ее будал, думает, то, что он девочка малолетняя, у него раздвоение личности и так далее. Вольф, вот привет еще раз. Спасибо, что зашел второй раз, повторный. Вот, в общем, тут продолжение истории. Продолжение истории — это вторая часть из трилогии. Погнали. Первый слот. Подтверждаю. Начало новой игры, вы хотите увидеть краткое изложение событий? Да, давай, давай, как раз напомним, если вдруг кто чего пропустил. С чего начать? Сначала. Однажды в осенних сумерках женщина, которая представилась доктором Рид Розмари, посетила виллу пожилого нотариуса Ричарда Фелтона, подающего странные болезни. Ему помогает личная сиделка Глория Эшман. После непродолжительной беседы Рид разоблачает. Она пришла, чтобы узнать, что на самом деле случилось с давно пропавшей приемной дочерью Фелтона Селесты. После того, как ее выставили из дома, Рид дожидается ночи и проникает на виллу в поисках улик. Рид исследует виллу, но вскоре это место оборачивается для нее кошмаром. Ричард Фелтон убил свою жену Арианну Галло и лишился рассудка. Обнаружив, что Рид проникла в особняк, Фелтон вместе с загадочной алой монахиней открывает за ней охоту. Рид оказывается на чердаке, где среди теней прячется странная девочка, называющая себя Дженнифер. Вскоре Рид узнает, что Дженнифер и Ричард Фелтон — это одно и то же лицо. Ричард Фелтон родился девочкой, но жестокий отец вынудил ее долгие годы притворяться мальчиком. Феноксил – наркотик на основе вытяжки из редкого вида паразитивных мотыльков, созданный Фелтоном, его единомышленниками Эшманами и профессором Вимманом, чтобы подавлять травмирующие воспоминания. Фелтон испытывал наркотик на себе самом, а также на монахинях из ближайшего монастыря. У него ужасный побочный эффект – галлюцинации, невероятно чувствительных к свету и необузданная ярость. Галлюцинации, невероятно… Рид убегает от Дженнифер, а Глория возвращается в особняк и предлагает Рид. Глория накачивает Рид наркотиками, а позже пробуждает металл, узнает, что сиделка заставила Фелтона откусить собственный язык и спалить виллу, погибнув самому. Глория признается, что она алая монахиня, последняя выжившая в пожаре, который должен был скрыть эксперимент с феноксилом. Глория гипнотизировала Фелтона, чтобы отомстить. После бурной схватки Рид удается спасти от безумной ярости Глории. Перед смертью Глория признается, что Селеста жива и давно сбежала с виллы Фелтона. Рид продолжает свои поиски, мучаясь новыми вопросами. Если Глория – дочь Эшманов, единомышленников Фелтона, то почему на ней тоже оставили эксперименты? От кого Фелтоны защищали свою дочь? Что случилось с Селестой Фелтон? То есть вопросы, которые, в принципе, появились в первой части, собственно, их объяснили. Дед-то девочкой оказался. Ну окей. Нажимаем любую кнопку. Страдаете от разбитого сердца? Вы жертва домашнего насилия или ветеран войны? Возможно, вы страдаете от посттравматического синдрома. У нас есть для вас решение. Феноксил.
Он изолирует и избавляет вас от мучений, будь это старой травмой или плохим воспоминанием. Пообщайтесь с бессонными ночами и вечным сожалением о прошлом. Попрощайтесь. Забудьте о них навсегда. Наконец-то это стало возможно. С помощью феноксила. Монстры. Ой, вы монстр. В этой игре, походу, матов-то побольше, наверное, будет. Цель. Исследуйте территорию. Нажмите. Тап. Воспоминания не стереть навеки. Они сотрут само время. Так, ну вот цели, коллекция обучения. Угу. Воспоминания и время идут рука об руку. Последствия будут еще более разрушительными, чем синдром Альцгеймера. Не будет разделения на до и после травмы. Ваши воспоминания будут самостоятельно бродить в поисках ответа. Разделенные зачатками амнезии, галлюцинации и перепадов настроения, у вас будет существовать два противоборствующих восприятия, постоянно переплетаясь и запугивая друг друга. Соединяясь в сломанную так называемую фарфоровую память. Окей. Пробежимся по этому подвалу. В прошлый раз в этих штуках сохраняться можно было. Ну, в зеркалах. Бутылка аммиака. Интересно, нахрена. Ну, посмотрим, может пригодится. Так. Кто-то за мной уже погнался. Какие еще это? Играть ты толком не начал, на меня уже сталкеры нападают, вы че? Падла. А, то есть меня должны были долбануть. Ну окей. Сценарист, режиссер Крис Даррелл. Ну вот, короче, получается, трилогию вот этот чувак замутил Крис Даррелл. Бабуля, ты правда предполагаешь, что все это время и люди проводили эксперименты, синтезируя паразитов? Мотыльков, и что их тайне выпустили на монахи, специально заражая их, словно они подопытных крыс? Ради этого наркотика? Феноксил, ферма, мотыльки, гипноз и все эти темные секреты семьи? Семейные секреты очень опасны, самые опасные из всех. Единственным способом выжить оказалось похоронить их глубоко внутри себя и продолжать двигаться вперед. Ричард Фелтон, Ариана Галло, профессор Виман, дети Эшмана, Стефана и Глория, все они сделали выбор. Так же, как и я. Ты выбрал забвение на эти 49 лет. Я оставила часть себя позади. Я сделала все, о чем меня попросила, забыла, но в один день. Я нашла недостающий кусочек пазла, он был словно грязь под моими ногтями, вечно перед самым моим носом. Порой это песня, порой колыбель или какой-то предмет, но для меня этим недостающим кусочком... оказался определенный человек, одинокий, как и я. Бедрок, здорово.
Игра называется Remastered Broken Porcelain. Дела отлично. Все ништяк. Вон. Вторую часть проходим уже, Remastered. То есть первая называлась Tormented Phasos, а вторая часть уже называется Broken Porcelain. Решил вот за один день сегодня провести, закончить одну игру и начать вторую. Так, 973 год. Я Гальчук, привет. Спасибо за лайкос. Yes. Hello? Да, привет, кто это? Who is this? Ashman? Ashman? Это дед, короче, только он молодой. Девушка здесь, мне ее впустить. Бодрак, а что, у тебя угнали аккаунт, что ли? Проходи, садись. You know, вы же понимаете, почему вы здесь, юная леди? Так, по геймплею. Сейчас мы в настройках заменим графику. Качество. Эпичный. Эпично сделал. Под игру надо перезагружать, чтобы он эпично показывал. Я закрою глаза на деньги и сигареты. Не стоит думать, будто я о них не знаю. Но вот все остальное с рук не сойдет. Это не курорт, а тем более не игровая площадка. Сражение со зловом, воровство. Что ты ради всего святого собиралась делать с этим пистолетом? Ответь, Дженнифер. Я больше не знаю. Похоже, ты прямо притягиваешь неприятности. Из того, что я читал, ты доставила множество хлопот, особенно в Ливингстонском институте для девушек. Любая другая девушка давно бы оказалась в тюрьме. Ты же понимаешь это? Все, что я могу сделать, извиниться. Я никогда не хотел. Юная леди, от чего вы убегаете? Здесь вы в безопасности. Со мной вы можете поговорить. Я настаиваю. Ну что ж. Нам придется снова затронуть эту тему. Учитывая, что произошло, я вынужден назначить тебе новые обязанности. Ты начнешь помогать Элайзе на кухне. Ну, сэр. И ты будешь очень сильно стараться. Я всегда стараюсь. Я серьезно в этом сомневаюсь. Когда вырастешь, сможешь делать все, что захочешь, и как считаешь нужным. Но пока ты под моей опекой, будешь делать все, что я скажу. А, кстати, Линси, больше не доставит тебе проблем. Что вы имеете в виду? Она настаивала на том, чтобы я отослал вас куда подальше. Вместо этого я сделал так, чтобы ее перевели в другое учреждение. Ее заберут на следующей неделе. Можете идти. Юмика Банши, привет. Рад, что зашел. Ванную номер 212 нужно почистить. Ой, не забудь, что после обеда ты помогаешь Лайзе на кухне. Хорошо. В этот раз ты конкретно влипла. Убедись, что не попадешь под его влияние. После смерти родителей мистер Эшман, младший, делал все сам по себе. А что с ними случилось? Погибли, моя дорогая. Как и все, кто стареет, я уверен в том, что траур лишь ускоряет процесс. Траур? У ближайшей церкви вы что, не слышали? Церковь сгорела на днях, даже само здание частично пострадало. Куча монахинь умерли в пожаре, а сестра мистера Эшмана Глория была одной из них. Как ужасно. Они подхватили какую-то болезнь и практически ослепли. Они сошли с ума, и тот доктор Виман даже не мог помочь им.
Бедная девушка, ее заперли собственные родители. Почему? Привет, Джен. О, Андреа, я начну с номера 213. Я так понимаю, если это отель, значит такая локация стала больше. О, это как-то связано с мистером Эшманом? Шш, потише. Нас из-за тебя отсюда выгонят. Зашла, не зашел. Ой, сорян. Сорян, Юмика Банш. Рад, что зашла. Так, а почему у меня что-то с графикой как-то не очень? Кажется, у мистера Эшмана была привычка лапать мою младшую сестру. О, боже. Конечно, его родителям это совсем не понравилось, поэтому они отправили его к родственнику на север, а его сестру Глорию в церковь. Будь это я, то поступил бы по-другому. Его ссылка длилась лишь несколько месяцев. А вот с ней совершенно другая история. Эшман всегда был любимчиком у родителей. Наверное, надо будет доползти до первого сохранения и потом выйти с игры, чтобы настройки изменились. Так, что это такое? Скины использования предметов. Предметы можно как бы комбинировать для получения мощного снаряжения. Меня создание предметов можно найти. А, меню. Написано меня. Ну ладно, ошибка. Если открыть инвентарь. Понятно. Телевизор. Понятно. Гостиница Эсмана, бывшая Россагала. Грандиозное открытие. 13 апреля 73-го. Насладитесь романтическим и в то же время увлекательным отдыхом у подножия Этвер, где захватывающие виды в сочетании с бодрящим климатом создают неповторимую атмосферу нашей пасторальной гостиницы. Побалуйте себя органическими продуктами местного производства. Сейчас, газетки. Газетки. Так, ерунда. Ключ мотыльков. Кстати, в первой части, по-моему, у меня такая же сумка была. Ну, что не берешь? Зачем мне понятливый чемодан? Он у меня еще со временем Флемингского института. Ну да, сумка та же. С биркой. Нож. Да, но тут зеркала уже не сохраняют. Ну, может быть, я не знаю, где там, в другом месте они будут сохранять. Ты постоянно одну и ту же мелодию насвистываешь, что в начале игры, что сейчас. Какого хрена, Лин? Ты напугала меня. Боже, прости. Слышала о том, что нужно стучаться. Не может быть. Все как в прошлом году. С Эшманом все хорошо? Конечно, просто чудесно. Лучше и быть не может. Все просто прекрасно. Он рассердился, да? А как тебе это? А тебе какое дело, Лин? Скажи-ка. Я просто спросил. Спросила, что? Тебе это вообще не касается. Да о чем ты вообще говоришь? Ты же не можешь вечно на меня дуть. Я стараюсь не обижаться, но моя рука не дает мне забыть. Я не хотела. Это была случайность. Ты понимаешь, как мне жаль? Джен, прошу, мне и так хреново. Я не хочу об этом говорить. Я уже все знаю. Эшман обо мне, мне обо всем рассказал. О чем ты вообще? Ты предложила ему отправить меня в другое место. Этого ты хотела.
Порой ты такая сучка. Сучка, которая дает себе обмануть. Но нет, в конце ты постоянно сбегаешь. Ты ведь не хочешь проблем? Я не хочу проблем, верно сказала. Ты думаешь, это сойдет тебе с рук, да? Лин, уходи. Оставь меня одну. Нет, ты дашь мне высказаться. Уходи. Джен, прошу, мне так хреново. Я не хочу об этом говорить. Открой Керову дверь. Да пошла ты. Мать. Предательница, я думала, мы знаем друг друга, но я ошибалась. Уходи, прошу тебя. Так, сохранение прошло. Это я заметил. Сейчас попробуем с менюхи изменить графику. Если нет, придется там всю игру закрывать и заново запустить. Дело-то 5 минут. Так, настройки. Нет, так не меняется. Это там. Так сделаем. Нет, что-то графон вообще не изменился никак, я с вами. Ладно. Ну, раз так игра предлагает, то окей. Продолжим. Прям везде этот монет и мелодия звучит. Ту-ту-ту-ту. Боже, мне немедленно нужно убираться отсюда. Чему убираться? Ага. Душевая, короче, как шкаф, так же действует. Можно заныкаться. Лукомятор. Второй раз я подбираю. Баночку то нельзя взять. По-моему, надо набирать желательно побольше. Ключ мотыльков. 5 ключ мотыльков, кстати. Уже второй. Чем не два. Что, не открывается уже? Лин. Проведи расследование, доберись до вестибюля. Ну-ка, отсюда можно выйти? Нет, закрыт. Ладно, погнали. Записка. Это что еще значит? Если это шутка такая, то мне совсем не смешно. Короче, вот тут. Заперто, но эта дверь никогда не закрывается.
тут убийца-садовник будет. Ну, по-любому какая-то вот эта подозрительная тетка. О, я слишком... Черты лица такие подозрительные. Это из-за Андреа. Андреа, это, кажется, та самая тетка. А, подожди секунду. Мне кажется, пока они еще такого полезного-то не дадут. Ладно, погнали за бабкой-то. Бабка, тетка. Нет, она не сюда вообще пошла. Можно что-то взять? Ладно. Пора есть. Это щели двери, типа, и сейчас рукой заберу. Для кого поднос? Кем ты говорил? И кто-то свистит. Ничего не понимаю. В отеле нет гостей. Кто мог заказать обед? Что за мертвая голова нахрен? Тест не дал результата. Неконтролируемое распространение мертвой головы, она просто пожрала это заживо. Любопытная девица. Что за хуйня? Что они с тобой сделали? Ты ведь знаешь, что когда-то его звали Виман. Андреа, мне больно. Оно часть нас, все мы часть единого целого. Телефон в комнате отдыха, попроси о помощи. Закрыто. Она прям давно крадется. А где у них тогда комната отдыха? Закрыто. Дальше. Закрыто. Тихо. Блядь. Тут. Я что-то вообще даже не ебу, где у них тут телефон. Я не вижу. Закрыто. Ну-ка, заныкаемся от нее. По идее, она не должна меня была увидеть. О, отлично. Сама иконотуху открыла. А, ну еще и так вот можно было пролезть, да? Скрытность. Убедись, что тебя, не услышат. Даже смотря в другую сторону, преследователи могут обнаружить тебя по шуму. Иди в присядку, чтобы тебя не услышали. Но да, преследователей может быть несколько. Остерегайся всего, что может выдать тебя врагу. Это шла за мной с этим, с ножом, а теперь она решила пошить, серьезно? Говорящая кукла. Ладно, пройдемся. Но мне же до телефона нужно, правильно? О, в комнате отдыха. Вроде. Не похоже. Закрыто. Ну, пошли сюда. Комната отдыха просто внизу. Лёг.
Что-то вообще на комнату отдыха не похоже. Оригинально. Бутылку. Здесь веревка. Угу. Либо веревка, либо кукла. Блин, может что-нибудь из них пригодится. Где телефон тогда у них вообще? Радио, понятно. Сохранить игру, восстановить жизнь. Нормально, тетка меня почти не покоцала. Телефон, Доня, где? Должно быть, это то крыло отеля, которое было охвачено и уничтожено пожаром. Это вообще комната до хрена. Ну это прачечная, но тут явно же не будет ничего. Алло, мне только позвонить. Естественно, не все так просто. Привет, привет. Спасибо за лайкос. За Росина, привет тоже. Спасибо за лайк. Это баба пропавшая. Блин. Прачечная. Да. Это прачка. Здесь у нас что? Коридор. Может быть, там, где она шьет, закрыто. Понятно, что там закрыто. Может, там, где она сидит, шьет, может быть, там есть телефон. Я не могу. Это посмотреть можно. Опять эти фишки про монахи. Хрен знает. Давай попробуем к этой тетке обратно вернуться. За телефон. Have they completed their chores? Obviously not. No, no, no. Oh, there's a freaking padlock. Где звонок? Где от него нет ключ? Так. Рой использует телефон в комнате отдыха. А ключ где-то у нее, прям рядом, да? Он может быть на тумбочке. Господи, прошу, помоги мне. Помоги мне, почему ты меня оставил. Врачи бессильны. Она живет у меня в голове. Мигрень может терзать меня целый день. И тогда я делаю то, чего совсем не хочу. Всякие плохие, очень плохие вещи. Я прихожу в себя, не понимаю, где ты была и что делала. Прихожу в себя, заляпанная кровью, измотанная. С оружием в руке. Мотыльки кружатся рядом и поднимают меня ввысь. Я словно переживаю один и тот же день снова и снова. Выхода нет. Так, ну тут как минимум две... Одна дверь. Давай туда пойдем. Закрыто.
It would be best if I just told him I don't work with crybabies. Блин, заткнись, тогда может быть вообще где угодно. Скорее всего, на тетке. Распалил. They're wandering around the house. I'm here, working my ass off. Ну, вроде нормально вначале с ней разговаривал. Сначала нормально с ней разговаривала, сейчас бегает за ней. С ножом или чем-то у нее. Ножницы. Что-то в этом роде. Люба, блин, можешь прямо сейчас вылить. Кстати, постоянно я смотрю, за собой дверь закрывает. Ну, открывай дверь. Открой, используй телефон в комнате отдыха. Чем его открыть-то? Короче, она опять шить села. Сейчас попробую прям вплотную к ней подойти, может быть, у нее как-то можно из кармана вытянуть. Ключ или что-то в этом роде. Нет, убежим. Да ладно. Как она меня спалила? Ценекс, привет. Ключ у нее прямо вот на швейном столе где-то. Ну, быстрее. Хрена тут нет. Да вали ты уже быстрее. Я... Еще время есть. Так, все, она видит. Тихо-тихо-тихо, валим. Короче, ничего полезного я там не подобрал. Постоим, подождем, пока она не свалит. Что делать? Я думаю, где ключ искать. Кстати, в первой части дед довольно-таки сильно топал. Его можно было вычислить, ну приблизительно хотя бы вычислить, где он находится. Сейчас тетку что-то плоховато слышно. Так. Что-то можно создать. Что это такое? Носит урон, оглушает врага. Давай создадим.
предметы. Я тоже что-то не заметил, что я какой-то ключ поднял. Вряд ли он должен храниться именно в какой-то тумбочке. Ну, просто нахрена. Так, одна нычка. Он должен быть где-то рядом с этой теткой. Внимательнее, может быть, я куда-то еще не зашел. Так, тут шкаф. Кукла и веревка, да? Больше ничего такого. Она забыла шкаф закрыть. Вообще ни хрена не видит. Давай еще посмотрим. Выделена телефонная линия, никаких внешних звонков. Пожалуйста, следуйте инструкции для связи с номерами. Наберите номер комнаты и решетку для комнат 211, 212, 213. 37. Данная последовательность 212, 13 и 37. Звездочка, наберите решетку, затем номер этажа и номер комнаты для комнат до 10. Ну, допустим. Так и позвонить-то никак. Нужен ключ. Здесь закрыто. Здесь у нас что, бутылка? Она веревку выкидывает. I have to make sure I don't get caught. Что-то тут не просто так. Она меня спалила, что ли? Да зашибись. Ладно, побежали, где тут прачка? Свет рубанул. Что? Это Андре? Блять. Да что с тобой, Андре? Я должна предупредить остальных. У нее хлопнула лапочка, и она решила постирать. Странно. Это уже... Нет, это не дочка. Это, получается, Дженнифер молодая. Такое? А, ясно. Ныкаемся. Ну, что не берет-то? Видимо, не судьба. Может, там какой-нибудь будет? Ключ от замка. Электричество вырубилось. I've been hurt. I have to hide. They're coming. Crap.
She locked the door. I'm trapped. Прятаться ты не хочешь? В ловушке она. Странно. Запись будет, естественно. Но только вот получается YouTube уложит, наверное, запись завтра где-то утром. Пока обработает и все такое. Так, он стоит. Вижу. То есть ключ от замка у меня есть, но вырубило предохранителя. Слушай, то, что она наверх куда-то поднялась. То ли наверх куда-то, то ли в сторону, я не знаю. Короче, она ушла далековато. Средство от насекомых. Попробуем что-нибудь скрафтить. Кукла и средство. Ну, давай создадим ножницы. Ножницы и что? Что-то борзое какое-то получилось. Так, предметы. Создаваемые предметы. Странно, на квесте теперь два. Я не сумасшедшая, неодержимая. Это все вода, еда, воздух. В них отрава. Так, может, их нарочно травят? Чтобы они потом, типа, слепли. Ну и там уже получается... Ну это же вроде по идее должно быть как приквел к первой части частично. По-моему, что-то там приквел и сиквел второй части. В общем, тут, ну это просто вторая часть, это расширение вообще во в целом всего сюжета. То есть разбили игру так немного странным образом. Молодая, как она жила в семье. Ну, получается, тут вот эта Дженнифер, может быть, это как раз момент, когда она из дома ушла. Когда дед ее потерял. Но там же дед это вообще, по идее, бабой был изначально. Дочка, когда у него ушла, возможно, это она как бы и вот за мелкую дочку эту играешь. Вот. А не совсем все ясно. Ладно, попробуем, короче, двинуть к телефону. Вам лампочки начали красным гореть. А, ну свет-то вырубило. Мне кажется, с телефоном позвонить не получится. Нахрен, сохранить. Как прям Эвил Визином, да, пахнуло. Когда он возле зеркал там тоже заходил в лор там, бронялся и так далее. Как у нее машинка работает? У нас же электричество. Разве нет? Работает. Так. Найдите. Идите в номер 213, найдите Лайзу. Так, может, позвонить надо? Так, раз попробую. Так, так, наберите звездочку, наберите номер комнаты и решетку. Угу. Попробуем. Звездочки тут я вообще не вижу.
По-моему, трубка бесполезна пока. Чё по квесту? Найти способ открыть. Короче, номер надо двигать в любом случае. Причем номера там вообще странные. Кстати, тут можно гораздо быстрее в присядку двигаться. Я слишком быстро шел, да? Двести тринадцатая комната, по-моему, где-то здесь. Одиннадцатая. Не то. По-моему, тут прачечная. Ну, значит, надо к бабке возвращаться. Ну, открывать. Возможно, телефон не звонит, потому что предохранитель вырыли. Может, туда вниз сходить. Тут Костян дед есть, короче, но тут он молодой, ему, получается, на события первой части, ему, наверное, лет там 60, по-моему, было, может быть, побольше, может быть, там 60-70, а тут ему, по-моему, лет 40 от силы. Ни кабель питания. Кабели я пока не заметил. Есть что-нибудь? Ясно. Ну, автомат будет искрить, короче. Да, нужно запустить электричество, чтобы телефон нормально зазвонил. Меня смущает, почему здесь постоянно. А, ну просто пролезать, короче. Чтобы особо не светиться перед этой бабкой. Да твою мать. Вот, добежим. Да и про 12-я комната. 12. По логике вещей это ключ от всех запертых номеров только у Андрея. Нужно найти ее, просить открыть эту дверь. Ну и где мне ее искать? Блять, бабка. Давай. Раз на раз, иди сюда. А, я застрял, блядь, тут. В открытой дверце я застрял. Сейчас здесь заныкаемся. Она пройдет. Ну, вот бабуля пока, вот она сидит, шьет бабуля. Я так понимаю, она служитель отеля или что-то в этом роде. Она пока либо шьет, короче, сидит, либо с ножом за тобой бегает, если только заметила. Я машинка заработает, можно двигать. Эдди, садись, ты уже шей. О, погнал.
Третий квест, еще почини кабель питания. Нашли, блядь, электромонтера. Давай еще раз к двери подойдем. Ну, она просто закрыта. Тратить обратно к телефону. Так, может быть, что-то, какие-то двери открылись. Здесь ход есть какой? Допустим, вот тут. Ну, может быть. Четко. Ну вот, вот. Она одну берет, вторую выкидывает. Давай попробуем скрафтить из нее что-нибудь. Ссылка. Ушать врага. Давай. Блин, я думал, можно будет рассмотреть. Но... Да. Здесь камера, я вижу, особо не действует. Странно, но почему-то через все, ну как бы здесь очень хорошо бабку слышно, то что она шьет. Идеи такого не должно быть. Она как будто прям в соседней комнате сидит. Надо либо скрипт искать, либо смотреть, чем можно будет починить или кабель питания. Вот позвонить в номер, и тогда баба откроет. По идее, порядок такой должен быть. Родители есть этой девочки. Так по идее, вот эта Дженнифер, это у нее родители. У нее родители, получается, дед, который потом двинулся. По идее, это он. Насколько я понял. Вот как бы тоже все не так просто. Персонажа какой-то. Он же там в начале еще первой части говорил то, что дочка от него ушла. Потом она, эта дочка, вернулась. И он ее замочил. Может дернуть что-нибудь? Нет. Падла. Не догонишь, не догонишь. Там где-нибудь прачки от нее сныкаемся. Я, кстати, не посмотрел прачечную. Вот пролезай. Купец стоит 10 лет. Ну, по этой прачке, в принципе, от нее вот между машинок можно свалить. Того. Керамическая кружка. Второго раза почему-то она взялась нормально. Ножницы я дал. И, надеюсь, тут не надо как-то что-то скрафтить, чтобы это работало потом. Насекомых.
Коррозийное средство. Смотрим. Наносит урон, оглушает ураган некоторое время. Ну, давай создадим. Создаю. Значит, меня замочат. Нет, как раз там получается в конце первой части говорилось, то, что девочка-то это не умерла, которая Селеста. Или Дженнифер. Я уже запутался. То ли это Селеста, то ли Дженнифер. Короче, по идее, она типа жила, жива, и сумка ее у деда хранилась. То есть он ее вроде как даже и не замочил. Что-то как-то вот пока... Ух. Вот в начале игры объяснялось, типа, что было в прошлой части. Я понял то, что дед был девочкой, блядь, с самого рождения, что ли. Дед, его отец как-то пиздил или что-то такое. И он то ли решил стать мальчиком, то ли в этом, что-то в этом роде. Потом иноксил. То есть это дело его подавляло. Он перестал пить таблетки, и потом вроде как его уходит. За сколько у него продолжилось. Также феноксилом потравили толпу монашек. А вот с дочерью что-то я не совсем понял. Ну, толпа монашек, это то, что бабка, от которой я бегал в конце, потом без глаз, которая осталась. Она, собственно, монашка-то и была. Это 73-й год, если я правильно понимаю, то это как раз то время, когда дочка от этого деда ушла и жила отдельно. Живет она в каком-то, ну, пансионат это не назвать, как же. Скорее всего, какая-то ближе, как типа отеля, там, я не знаю. Вполне вероятно. Она типа по сценарию должна потом к этому деду вернуться. А потом вроде как и опять от него уйти. Хрен его знает. Не факт, то, что, конечно, меня замочат, но... Если так угодно режиссеру, то нормально. По крайней мере, ход неплохой, то, что дед девочки оказался в первой части. Не взять? Не взять. Это такое вообще. О, бери. Может, для бумаги. Это не то. Давай еще раз. Шка. Просто шка. Ну, в этом помещении это гудит знатно. Можно что-то применить? Хотя, по идее... Ключ, когда был у меня в кармане, он сам по себе, я подошел, и он применился. Да, возможно, кстати, как вариант, то, что вот эта вот девица, за которую я играю, она свалила от деда, и у него еще старые вот эти вот заебы зашли. И он решил одеть платье и назвал себя вот этой вот Дженнифер. Ah!
Ну, блядь, она просто стоит иногда и дергается возле предмета. Я нажимаю нажать, ну, как бы подобрать или что-то взаимодействие. Она стоит, телепается возле него. Мефистофель Фаус, сочельник 62-го. Чему, блядь? Тоже, походу, некоторыми механиками будет беда. Закрыто. Ладно, попробуем телефон дергать. 200. 13. Вышки вашей донюшки. Давай смотрим. Смотрим. Подсказка, наверное, может быть, здесь какая-то. Наберите номер комнаты и решетку. А потом ниже пишет звездочка. Наберите решетку. А, просто. Надо просто. Я понял. На комнату до 10. Давай попробуем иначе. Так, 213. Точку. Главное, чтобы меня не поймали. Боже, надеюсь, они не узнают. Она, естественно, прибежит. Что она хотела этим сделать? Она прям рядом. Прошлый раз она прям в шкафу подошла. Пока третьей части нет. Вот это вот то, что я играю. Первая часть была в 2018 году. Вышла. Вот эта часть вышла в 2020 году, по-моему, в октябре. Ее не так давно то ли с компа портировали, то ли перевели что-то. То есть это вот буквально практически трехмесячный свежачок такой. Третья часть должна тоже быть. Должна быть, ну и, соответственно, где-то через годик-два должны запилить. Я, говорит, не хочу умирать. Причем в самом начале игры странно, они общались нормально с этой теткой. То есть она шла и ей что-то объясняла даже. Ходит из номера 213. На кого я трачу свое время? Не смешно ничуть. Я знаю, сейчас прямо к номеру надо идти. Сохранимся. Или же надо заново набирать и уже потом бежать к номеру. Вестон. Ну, иди в комнату, найди Лайз, найди способ открыть очень кабель питания. Она пиздеть начала, кстати. По-моему, до этого она не разговаривала. Ладно, сбегаю до комнаты, если нет, тогда придется обратно что-нибудь с телефоном мутить. Элиза? Where did everybody go? Куда все делись?
Поберитесь на балкон из номера 213, ищите Лайзу. Кстати, она ее то Элиза зовет ее. А где-то пишут Элайза. Ну, открывай. Блядь. Карельон. Знаешь бы, что такое карельон? Эффект средства защиты. Нет электричества. Модель 176, решетка. 52-131. Эти как вариант. Эти цифры явно не просто так. Кабель питания, перейдь на балкон, возобнови подачу энергии. Угу. В принципе, два квеста целых изменилось, короче. Ама. Что-то у них явно проблемы с электричеством. Там долбанет лампочка, то здесь. Лопата. Кабель питания. Я что думаю? Сначала на балкон или кабель питания починить? Венера кабель. Я машинки не слышу. Малек, привет. Спасибо за лайкос. Отвлечь бабку, у нее в комнате что-то есть. Да вроде тут уже, ну, как бы пошла что-то. Что-то как-то вот развивается уже, смотри. Кабель питания я нашел. Значит, соответственно, надо двигать сейчас вниз. Чинить электричество. Блять, падла. Палила. Она меня видит? Бежим. Ну я нахер. Две странных цифры, короче, 62-131, это номер куда там, то ли колл-центр, то ли что-то такое, может быть, техподдержка какая-то. И еще один номер, 176, решетка. Почему бы это? You and all the girls of your generation. I don't want to die. Я вроде свалила. I don't want to die. Да, сейчас вот, короче, кабель потихоньку тащим назад. Кабель вхерачиваем в питание. Потом будем смотреть уже. Как быть. Ок. Можно тут паркурчик легкий устраивать.
Yes, I did it. Ой, сейф. Как раз мне и на балкон надо выйти, и сейф открыть. Как мне кажется, не все номера, ну, прямо вот номер 176 решетка, мне кажется, он не подойдет. Возможно, надо будет позвонить куда-нибудь или что-то в этом роде. Да, вот хотя бы эта баба чуть пошустрее передвигается. Можно даже вроде как на картах бегом бежать. Ну или приблизительно. Блин, тут для любопытства просто хочу попробовать. Так, 176 решетка. Что? Так, 62 131. По-моему, было вообще типа занят телефон. Ладно. Ну, раз сейф надо глянуть, значит глянем сейф. В первой части тетка вообще очень туго передвигалась, очень медленно. Это даже просто вот без картов довольно-таки активно ходит. Нет, какой же код? Ну, надо ассистенту позвонить, чтобы он код сказал. Или нет? Ну, нажимайте. Эй. Ну. Ох. Есть решетка? Нет? Подойдет. Пробовать еще раз позвонить. Тут телефон не пашет, да? Раз номер. Я 2 131, по-моему. Забыл. Я 2 131. Кажется, или дым у нее идет из воды.
пролезает. Блять, серьезно, ты меня спалила? А где замыкнулись? Ладно, за прачечной бежать. I'm counting to three. Блять, она сзади была. Твою мать. Потом она уже давно уперлась к себе шить. Короче, единственное, когда ее, ну, единственный момент, когда она только шьет, ты можешь делать там все что угодно. Только она тебя спасти начинает по комнатам, короче. Она так и будет туда-сюда ходить. И в основном за тобой. Причем она даже не видит, куда ты побежал. Ладно, еще раз попробую насчет телефона заморочиться, если нет, то... Пойду подругу искать. Может, она в курсе, как позвонит. Нет, то... Что там по инструкции? Выделены телефонные линии, никаких внешних звонков. Угу. Значит, получается, вообще тут не позвонить по нему. В порядке бреда. Еще разок. Если внешних звонков, соответственно, типа я не могу вот в этот под техподдержку вот этого сейфа позвонить. Пролезать. Значит, типа все звонки отключены. Хотя бы хорошо то, что эта тетка не шакалит, как где-то по всем этим. По всему зданию. Заходит. Да чего она тугая, а порой? В этом конкурсе я чуть руку не потеряла. Им о чем ты думал? Поднимите на вершину творческий конкурс для начинающих композиторов и исполнителей, только оригинальные песни. То есть они решили в каком-то конкурсе поучаствовать, и у нее поэтому сломана рука. Левую. Так, тут еще выход был. Тоже закрыт. Чтобы бить.
Через что туда пролезает? Придется прямо через все эти шерстить. Все комнатушки. Каждому окну подходить. Вот лампочка заработала. Куда чудно. Диво дивно. Вроде все. Поднимитесь на балкон с номера 213. Без окошка она не прилезает. Она это начала. Блять, она меня спалила. Блять, ну свали ты от нее. Отбиваться ты как-то можешь? Что ты повернулась? Ну, уводи ты от нее. Нет, две подачи, это вся уже в крови просто. Опа, бабулька дверь открыла. Она была закрыта. Надо будет сейчас туда сходить. Надеюсь, успел. Код 3214. Ты загуглил. Почему интересно 3214? Его типа тебе должны по телефону сказать? Слонила. В игре две концовки, но вот это я прочитал уже. Мне вот интересно, почему кот именно такой? Кто его должен сказать, или ты должен как-то сам догадаться? Кстати, вот эта комната была закрыта. So короткий ход, короче. Yes, yes, yes.
с балкона. Я просто, ну, как бы прочитал то, что тут два этих, два окна, ну, две концовки в игре. Все-таки интересно, почему кот именно такой, тихо, такого получить. Ладно. Замерзает она, говорит. В смысле, она где-то сзади? Другой способ забежать. Ну, придумать, как добраться до окна. Ну, я уже придумал. Эту херню надо двигать и все. Че, не то? Не то, так другое. Получилось, я смогу. На всякий случай лучше сесть. Куда здесь клетки? Музычку насвистывает. Так, Фелтон, Гала. Так вот почему закрылась Росса Гала. Они умирали в муках. Это случилось бы с любым человеком. Пройди он через подобное. 13 декабря. 13 декабря 1971 трагедия на ферме Росса Гала не окончена. В связи с текущим расследованием дела об умышленном отравлении монахи и местной церкви, а также после заражения опаснейшим паразитом жителя фермы Росса Гала, деловая жизнь округа уже была приостановлена. Но трагедия еще не окончена. Сегодня утром, всего через несколько дней после смерти супруга, скончалась Марта Эшман. Сообщается, что смерть наступила по естественным причинам. Ранее супруги Эшман полностью отрицали какое-либо участие в чудовищных опытах своих партнеров, Фелтона и Гала, которые пытались создать более эффективную разновидность наркотика, известного как феноксил. Эти разработки втайне велись профессором Виманом, покончившим с собой в прошлом месяце. Будущая династия Эшман теперь в руках наследника Стефана, или Стефана, поскольку его сестра Глория, монахиня церкви Христа Морента, погибла в пожаре, охватившем церковь и плантации вскоре после сообщения о заражении. Зеркало само по себе она разбиться не могла. Я его видела. Детки, в чем дело? Мамуля уже идет. Андреа, я должна спрятаться. Ну давай прятаться, хули. Сейчас она придет ворон успокаивать. Тихо, тихо, все хорошо. Мамуля здесь. Видел, еще одна девочка будет. Да, там что-то какие-то они. Ну, подружки они вначале в самом, типа... Подружки про пиздушки, вся херня, одну кто собирается из этого пансионата куда-то убрать. Универсальный ключ. Мамуля очень устала. Когда-нибудь вы точно сведете меня с ума. Короче, она спать легла, походу. Давай сейчас на картах ключ стащим. Oh,
Тут еще можно что-нибудь взять. Бутылка, проволока. Ну, тут, короче говоря, ничего полезного больше не будет. Сестра Эшмана. Ты сесть-то не хочешь на карты? Чего она не садится? Ирак что-то решила не садиться больше. Ну окей. Почти получилось, темная леди. Почти. Андреа, молю, чего ты хочешь? Подойди поближе. Как мне ее победить-то? С боевкой я что-то совсем не знаком еще. К двери бежать. Блять, трясут вот так вот камеры, ни хера не понятно. Давай еще раз. Он меня типа не видит. Крытая атака преследователей. Если подойти к врагу, пока он тебя не заметил, то его можно атаковать. После удара он будет некоторое время оглушен, используя каждую секунду. Может быть, так ты сможешь получить ключ. То есть мне нужно было на карты падать, что ли? Чтобы она меня не спалила. Что, не видно, что происходит вообще? Вот, забираю у меня ключи. Нет? Вот и хера на их выровнял. Какая убогая тут боевка вообще. Жопа какая-то. Может быть, достаточно было просто свалить от него? Бля, я бы заново загрузился, честное слово. Чем мы на нее наткнемся, чтобы она замочила? Где она? Где бабуля? Ну, залезай. Целая мечта, привет. Да, это страшилка, ну как, типа того, да. Поначалу триллер, потом какой-то полусурвайвал хоррор. Я уже за мной никто не бежит. Победи, Андреа. Ладно, мы сейчас похилимся. Похилимся, попробуем напасть на нее. Так, и еще что? Блять. Давай этот. И сделаем оружие какого-то. Пока вот правда непонятно, как тут боевка работает. Ну,
Короче, надо эту бабку замочить и у нее забрать этот. Забрать у нее ключи. Братека, привет. Ну, где-то тут, по-любому. Пробуем сейчас прямо подкрасться к ней. Либо ее чем. Создаваемые предметы или просто предметы. Давай вот этот возьмем. Теперь она, короче, будет ходить просто, да? Падла. I am here, working my ass off. Я не понимаю, как у нее боевка тут работает вообще. Она меня просто лупит, а это поворачивается к ней спиной. Там писали то, что у нее ключи. Я не могу въехать, просто как тут боевка нормально проходит. Ну, в смысле, как ее нужно атаковать. Ну, как бы, конкретно атаковать. Или швырять в нее что-то надо. Пойдем биться с ним, что я не знаю. Пока вариантов немного. Она же была здесь. Ян. Шариться еще, уходить и искать. Ну, пошуметь, я думаю. Что ты дверь не открываешь? Улетело. Второй предмет. Вот так. Еще один. Она что-то подобрала, я не пойму. Падла. У нее нет ничего в руках. Пусто. Я что-нибудь наел. Наверное, надо было не ныкаться. О, бутылку я. Ну, поднимай. Ну неужели? Бери ключи. Ключи бери у нее. На одном и том же месте надо покрутиться определенное количество раз в моментах времени. Я не знаю, блядь. Чтобы она просто подобрала это. Серьезно? Я типа слишком долго брал? Короче, надо 4 раза в ней башку запустить. Okay.
play tough? I'll show you, bitch. Тут найду. Еще взять. Алло, забыла предмет. Блин. Эй. Какие-то предметы она, короче, берет. Какие-то просто она на них смотрит, крутится и не хочет брать. Я не знаю, то ли это баги в игре. А, чашку. Ну, бери. Я смотрю на предмет. Я подхожу к нему. Я нажимаю взять. Когда он загорится. А просто вокруг него крутится и все. Чтобы один предмет поднять, я возле него сколько времени крутился. Давай вышибает с плеча. Персонаж очень хреново действует. Лена. А где бабуля? В коридоре с ней поудобнее биться по лбу. Где она? Прямо радио включим, она по-любому придет. Карманное радио. О, иди сюда. Падла. Ну вали ты от нее. Что-то мне сдается из-за корявого управления. Плохо пытается, получается. Так, стой. Первый раз. Аматы бич. А, второй раз. Fucking bitch, говорит. Сейчас мы что-нибудь возьмем. И долбанем ее. Еще разок. Пушка. Ножницы. Давай, иди сюда. Так, и еще разок. Падает. Ключи забирай у меня. Еще побегаем. Ну окей. Еще так еще. Да какое нахрен обучение, а вы че? Так, там в подвале еще, по-моему, пару бутылок было. Тут есть, по-моему, чашка и веревка.
Извиняюсь, можно? Нет, нет ничего. Валим в подвал тогда. Там есть еще пару предметов, которые можно в голову и садануть. Бутылка. Тихо, 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 тихо. Сучка задела. Первый. Странно, почему она ножницы не использует? Давай, 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 на выход. Тут у нас, по-моему, ничего, да, такого нету. Давай. Лопата. I'm so tired of all this. I just want a break from it all. Как использовать эту лопату? Нора, укрытие, ключевые предметы, цели, камера, сохранение, взгляд мотылька, выживание. Угу. Сейчас мы попробуем к ней прямо сзади подкрасться. Что она сюда придет вообще? Плохо видно. Она либо в комнате, либо где-то здесь. Надо прям как-то к ней подойти, долбануть лопаткой по башке. Либо собирать потихоньку предметы и швыряться ей в башку. Ладно. Взять нечего. По-моему, что-то еще в подвале было. Там тоже пусто. Казалось, так много предметов рядом валяется. Дерево уже ни одного не осталось. Где она сейчас должна повернуться? Когда она будет с этой двери выходить, я могу ее как вариант догнать. Давай, 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 быстрее только. Прям на лестнице ее можно долбануть хорошенько. Блять.
есть хотя бы время осмотреться немножко, может, что-нибудь возьму. Давай, иди замыкаемся. Вроде как она должна быть в этом коридоре. Вот надо было ей обернуться, а ну сучка ты. Блин, запульнуть мне нечем, просто нечем. Вся комната пустые. Что это такое? Хер она не берет это. Она не может открыть. Может, она повернется? Он прямо за дверью стоит. The only one who actually gets any work done around here is me. Ну-ка, если сесть прям. Короче, она мне выйти не дает. Я открыть дверь не даю. While they're wandering around the house, I am here, working my ass off. Это вообще никак. Смотри, какая падла. К ней не повернуться, точнее она просто поворачивается быстрее тебя. Я не знаю, как с ними биться. Ней. Неужели получилось? Еще раз надо их долбануть. Где-то тут вот она меня подзажала, и у меня было видно то, что были лопаты какие-то лежат, то ли что-то такое. Ёпта, я больше ни хрена. Подожди, вот здесь. Ну, поднимай. Падла. Ходит она медленно. Нож. Пробуем. Как ее атаковать? Она просто крутится за тобой и все. Второй раз.
Так, уровень. Неужели? Убирай ключи, уж хотя. А, восстанавливаем джин. Прям беда какая-то. С этой боевкой. Как она действует? Иногда кнопки-то не прожимаются. Она хоть сохранение вовремя действует. Так, сбегите со второго этажа. А что именно это имеется в виду? Сбеги со второго этажа. Комната, по-моему, вот здесь, да, не открывается. Кто? Может, прачечную надо открыть, через нее пройти? Нет, не та дверь. Короче, тетка в очках, это только начало. Их будет несколько. Тоже не то. Почему она не берет? Какие-то предметы надо прямо боком подойти. Какие-то она вообще не видит. Этот шар по-любому можно подобрать. Им если что швыряться. Но нет, он не работает. А здесь я вроде все обошел. Тут подвал, в подвале дверей нет. Здесь у нас получается сквозная. Коридор. Может, на улицу надо выйти? Это у нас, да, по-моему, да. Я смотри-ка, вообще не в том. На улицу не надо. Лобби. Лихо. Только дверь открыл, тут же мужик. Там, кстати, вот это. В первой части монахиня с этим клинком ходила. Возможно, бегает. Несколько лет спустя. Еще нет никаких новостей о жестокой резне, произошедшей прошлой ночью в поместье, где было обнаружено обгоревшее тело Ричарда Фелтона, известного нотариуса. Человек, официально опознанный как Дженнифер Ричардин Фелтон, был облит керосином. На месте преступления также обнаружили тело 38-летней Глории Эшман. Она была его личным ассистентом и бывшей монахиней церкви Криста Морента. Согласно показаниям, ее изуродованное тело было обнаружено под окном, выходящим во двор, из которого под ее предположительно выбросили. Соседи утверждают, что видели подозрительную женщину, которая припарковала неподалеку белый фургон. Это получается вот этот сейчас. Говорится о конце первой части. Героиня первой части сидит, разглядывает. Пропала 8 февраля 71 года.
Селеста Фелтон, 13 лет. И моя приемная дочь Ричарда Фелтона и Арианы Галло. Ты убежала из дома, да? Как ты оказалась в этом богом забытом месте? Но вот это объявление было в начале первой игры еще. Назначена Флемингтонским институтом в приемную семью и на работу в гостиницу Эшмонт в 73-м, Дженнифер. Всего на 2 года старше родителей неизвестно. Это же ты, так? Селеста Фелтон. Селеста Фелтон. Не совсем понятно. То ли дед подражал твою дочку, потому что у нее был заскок. А очень все сложно. Далее была замешана в мелкой краже, постоянного места жительства не имеет. Характер скрытый, непокорный, склонна к одиночеству. Не помнит или не хочет разглашать никаких сведений о родителях. Тема прошлого тревожит ее, не заинтересована в общении ни со сверстницами, ни с учителями, однако проявляет явную склонность к музыкальной композиции и пониманию фортепиано. Отдана на поруки, одобрена. Стефана Эшман, холост, землевладелец, 36 лет, запросил опеку. Девушка будет работать по хозяйству в гостинице Эшман, бывшей фирмы Росса Галла. Этот опыт даст ей возможность приобрести полезные навыки и научиться ответственности. Обеспечит успешное возвращение в общество. Ну, допустим. Мистер Эшман ожидает вас. Так сказал Рид. Привет, старый друг семьи. Прошу, мистер Рид, входите. Не бойтесь, я не кусаюсь. То есть она в первой части деда замочила и опять куда-то лезет, девочку ищет. Что значит Рид? О, дед живой. Добрый вечер, мистер Эшман. Вы прошли довольно долгий путь от обычного воровства и избиения вплоть до убийства и поджога. Решили расширить свои границы. Вы помните меня? Я никогда не забываю лица. Может быть, потому что у меня самого больше нет лица. Короче, оказывается, дед-то не помер. Я знаю, почему ты здесь. По той же причине, по которой этого сукина сына Фелтона поджарили, как кусок мяса. Что же случилось с Селестой Фелтон? У меня есть досье из Флемингтонского института для девушек, взявшего под опеку 15-летнюю Дженнифер. Мне указывается, что она будет горничной в этом отеле. Селеста Фелтон – девушка на фото. Один и тот же человек, так? Девушка была обычной сиротой, бездомной, вот я и решил взять ее под опеку. И она чисто случайно оказалась приемной дочерью вашего бывшего презираемого бизнес-партнера Фелтона. Не верю. Так ты говоришь, что помимо создания искусственного наркотика и распространения болезни, мистер Фелтон, да и ты тоже отдавали всю себя помощи всего-то? Мы не создавали болезнь, потому что я никогда и не существовал. Что насчет мотыльков? Ну, что-то как-то это, я не знаю, они так странный сюжет подают, то что вопросов, по-моему, блин, все больше и больше. Наконец-то ты проснулась. Эй, успокойся, это просто кошмар. Это был не сон. Ударилась головой и потеряла много крови. Я нашла тебя у подножья лестницы. Словно была мертва, Джин. Андреа сошла с ума. Она хотела меня убить. Волнуя что-нибудь съесть, юная леди. Это невозможно, Дженнифер. Андреа была со мной. Вот, держи, выпей. Это невозможно, Дженнифер. Я уверена в том, что видела. Сейчас все хорошо, успокойся. А еще там был высокий мужчина. У него была странная деревянная палка, по форме похожая на позвоночник.
Парфор. Этого человека мертв, юная леди. Нет, я и видела его. Именно он столкнул меня с лестницы. Вы назвали его Вименом. Это существо больше не профессор Вимен. Андре, этот человек мертв, и уже очень давно. Он повесился. Видишь, просто сон. Я не понимаю. Джен, тебе нужно успокоиться. Ты мне не веришь, Лин, правда? Ты веришь мне, да? Ей нужно отдохнуть. Джен, если тебе что-нибудь понадобится... Я всегда рядом. Это вопросов все больше и больше, несколько месяцами ранее. Ты недавно здесь? Are you new? Ты недавно здесь? I suppose so. Можно и так сказать. I love that song. Обожаю эту песню. Where are you from? Откуда ты? Flemington Girls Institute. Флемингтонский институт для девочек. What did you do? Что ты натворил? What do you mean? О чем ты? Get transferred here, it means если тебя перевели сюда, значит у тебя реальные проблемы. Listen. Слушай, я не хочу говорить. I'm not up for making conversation. Oh, well, ну, прости тогда. I guess. I was hoping we would... Я просто хотела знать тебя получше, вот и все. That's all. I'm into illegal... Я занимаюсь контрабандой наркотиков и человеческих органов. В свободное время прохожу за сигарет. Nice. Круто. Я ожидала заядлую политическую активистку, пропагандирующую рабство черных и сохранение черных. Только свободное время. Well. Right. Хорошо, ты права. Я очень полезна. Прошу меня простить. Это удовольствие будет моим. Джен, просыпайся. У тебя проснись. Дерьмо, они накачали тебя. Слушай, выбирайся оттуда. Тебе нужно бежать. Мало об этом. Я видела все, что ты сказала. Про Фарфора и все, что ты видела. Ты слышала, Андреа? Он повесился много лет назад. А ведь он, да, профессор Албит, алиас Виман. Именно об этой трости ты говорила, видишь? Самоубийство профессора Вимана, инсценировка. Установлено, что профессор Виман повесился 14 ноября, после того, как ему было предъявлено обвинение в поджоге монастыря Криста Морента. Он также получал многочисленные угрозы, когда пропала приемная дочь Ричарда Фелтона, широко известного своим предполагаемым участием в разработке феноксила. Позже это обвинение было снято за отсутствием доказательств. Семья Вимана пренебрегла стандартными процедурами захоронения и настояла на поспешной кремации тела, не позволив властям провести полноценное вскрытие. Несмотря на то, что покойного опознали коронер, родственники и бывший деловой партнер Стефана Эшман. Поспешность посеяла подозрение в том, что это, возможно, попытка скрыть инсценированную смерть. Это все вымысел. Там не было тела, а если и было, то точно не его. Я не понимаю. Нет времени объяснять. Они знают, кто ты. Знают. Путаница, конечно, неплохая.
Ну ты мне ничего не рассказываешь. Следуй за Линз, беги из гостиницы. Я пыталась предупредить тебя, заставить тебя уйти, но ты так и не поняла. Ёбаный брат. Почему и за кого они меня принимают? Селеста Фелтон. Нет, я не знаю. Боже, Лин, я не могу вспомнить. Они нашли и привели тебя сюда, чтобы использовать, а теперь они знают, кто ты, поэтому тебе надо бежать. Я вон и насос, Лин, просто скажи мне. Наркотик, болезнь. Какое отношение это имеет ко мне? Что-то я так и не могу понять, это Дженнифер или Селеста. Твоя родная мать, она часто кололась, ты получил от нее силу, она часть тебя. У твоего организма не появилось никаких сторонних эффектов. Твое тело живет с ним в гармонии. И об этом знает. Посмотри мне в глаза, Джен, взгляни на меня, ничего не делай, никому не доверяй. Мы поэтому встретились? Ты все равно притворялась моей подругой? Ты все время притворялась моей подругой. Нет, Джен, с этим никак не связано. Я всегда была честна с тобой. Нет, только не опять. Голова. Когда матка мотыльков ощущает наличие потенциальной угрозы для своей власти, она делает все возможное, чтобы восстановить контроль над своими особями и уничтожить помеху. Кто разговаривает? Так, а что, надо вставать или как? Телефон, он звонит в кабинете Яшмана. Идти в офис управляющий, ответить на звонок. Так, мне за Лин бежать или в телефон управляющего, скажи. Девочка, что-то много матерится слишком, подростка. Телефон вроде не этот. Закрыто. Теперь ключ мотыльков. Так, по-моему, в прошлый раз тоже ключи этих мотыльков собирал. Толку-то? Использовать или нет, я не знаю. Я выход на улицу. Ну, бери эту книжку. Ну, он поворачивается. Ключ мотыльков. Книга где? Там не взяла ее. Только столы. Полезно. Походу казаны кацан. Закрыто. Ну давай еще раз попробуем, короче, двинуть в сторону, посмотреть. А можно? Да. Телефон. Афар. Полезно. В этой решетке снова можно лазить.
Иди в номер 211, иди ключи от что? И от офиса. На задание нашвыряли. Лай, привет. Спасибо за лайкос. А ты поживи, там тоже будешь топать на весь дом. Да, тут некоторые персонажи очень сильно шумят. Как бы не по стелсу, короче говоря. Ну тут закрыто, надо на второй этаж ходить. 211. Окей, пойдем. Какие-то ключи, кстати, я взял же. Бесполезная, по-моему, шкатулка. Так, в прошлый раз она слетела. О, 211. Тут у нас получается 212. Там 213. 211 должен быть, по-моему, вообще в другом крыле. А что там по указателям? Тут сейчас уже бабки не будет. Бабка уже будет не актуальна. Блин, а звонит как будто вообще рядом. Тоже не телефона, ничего такого. Пролезть. У нас 211. Ну сейчас это пока не стелс. А вот она на картах не сидит, я особо просто ношусь. Это получается дед молодой, если я не ошибаюсь. Дед из первой части, только он молодой. Я не знаю. Пробую его не будить. Ведь дрыхнет. Включи. Пойти нельзя. Тоже закрыто. Сейчас, по идее, либо скример должен быть где-то рядом, либо что-то подобное. Вернемся. Я вот думаю, стоит ли на третий этаж подняться или нахрен пока не надо. Возьмем.
уже, по-моему, третья пачка молока. Именно девочки пропадают. Закрыто. Ну и здорово. Двигаем чисто в офис. По-любому же какая-нибудь херня-то должна быть, ну что, пугало там и все такое. У-у-у. Олег, привет. Спасибо, что зашел. Рад видеть. Лайко, спасибо. Черт, на секунду опоздала. Стоять, что такое? Возможно, они оставили голосовое сообщение. Я проверю. Обязательно. Здесь ключ от мастера. Ключ к мотыльку. Эшман. Привет, Стефано, это я, Арианна. Я знаю, что это был ты. Все время ты. Прошу тебя, прекрати нас мучить. Молю, заклинаю, прекрати. Это бы не сработало, и так и случилось. Теперь я замужем. Нравится тебе или это или нет. По поводу Ричарда, несмотря на то, что у меня не было выбора, я осталась с ним, пока он проходил через все это дерьмо. Оставь нас нашей болью. Забудь о нас. Забудь обо мне. Появил уважение к нам, богом забытой паре, в которой никогда не уже не удастся увидеть свою маленькую девочку. Надеюсь, ты поймешь. Оставь нас. Что-то я уже начинаю путаться с действующими лицами вообще. То есть, получается, и служанка, которая была в первой части. Ричард? Нет, это не может быть. Это не может быть. Наверняка это совпадение. То есть, возможно, то, что были какие-то отношения со служанкой из первой части. Возможно, это и есть ее дочь Стефани или Дженнифер. Короче, чем больше они пытаются витков накрутить, тем сложнее это все дело понимать. Селеста Фелтон, это я. Такое чувство, будто вечность прошла с того дня, когда я убежала из дома. Ну, это еще объявление, это в первой части даже читал. Я упал. Угу, отсюда упал. Создание Росса Гала и партнерство с обществом Феноксил. 56. Мама. Мама и папа. Ты не это ищешь? Мистер Эшман, прошу, выпустите пистолет. Я не хочу покалечить тебя, моя цель совсем не в этом. Тогда почему вы меня не отпустите? У меня нет выбора, Селеста. Я не Селеста. Хоть и притворяться, ты единственная, кто может это все остановить. Пожалуйста, мистер Эшман, умоляю, отпустите меня. Такая же, как и твоя шлюха-мать. Мерзкая сука, она сошла с ума из-за этого Феноксила. Вот нужно было ей встать на пути. Я любила Ариану, почему она разлучила нас? Мистер Эшман, тебе нужно показать, кто настоящий мужик. Неужели она ничего не поняла, когда я трахал ее? Теперь дед будет, короче, бегать за ней. Понятно. Сначала бабка.
большими очками теперь. Мужик. Огнетушитель может пригодиться. Так, а где огнетушитель там? Он где-то в углу же был. Так, мужик, ты чё? Мужик, ты это погоди. Дай встать-то хоть. Огнетушитель. Хоть так, огнетушитель прошел против Эшмана. Да, опять началось. Странные боевочки и, блин... Надо как-то добежать до огнетушителя, долбануть мужика. Surprise! Surprise, motherfucker! Ну? Блин, бутылка. Stop, you little coward! Он меня вырубил или так должно быть? Мертвая голова – самое удивительное существо на планете. Она способна общаться со своими сородичами, даже на огромном расстоянии. Только представьте, если бы мы могли создать связь между мнемоническим аппаратом человека и коммуникативной системой этих существ с быстрыми импульсами и синапсисами. Передача образов без использования чувств. Это же сродни телепатии, мисс. Но большинству насекомых нужен лидер, который будет их вести. Взять их, к примеру, пчел. У них есть матка. Очень хорошо. Так вот для чего был нужен гипноз. Во время гипноза метроном всего лишь инструмент. Тиканье воспринимается как нежное хлопание крыльев. Так вот, как все началось. Глории удалось стать матерью мертвых голов и обрести власть над монахинями. Тот, кто гипнотизировал других, Пинга, и у него был полный контроль над ними. Пользуясь чужие воспоминания, Феноксил заполнял пробелы в памяти, оставшиеся после устранения травмирующих событий. Ее длинная мать, употребляющая феноксил в период беременности, даровала ей необычный подарок, особую силу. Я еще не поняла, Рид. Селеста была рождена пчелиной маткой. У них очень рваное повествование сюжета. Что-то мне сдается, Режек, наверное, уже сам запутался. Бля, чё я намутил? Нужно мужика обожженного положить, ну, деда с первой части, надо его положить на койку и пусть все объясняет. Ну, как в Южном парке, там Морган Фриман появляется, короче, и за каждое объяснение непонятной херни у него вырастает одна родинка. Ой, не родинка, а одна веснушка. Вот, ну, тут типа такой же херни, короче. Ну, вот, я не знаю, пока я уже запутался, кто кому мать, кто кому дочь, действительно ли дед, почему дед, если был дед, он же обожженный был, он был мертвый. Почему он сейчас живой? Почему, если даже он живой, то он до сих пор не считает себя девочкой? Он же считал себя девочкой. Блять. Голова лопнет сейчас нахрен. А, ладно, куда-то тащат, короче, я. Заставьте ее исчезнуть, задушите ее. Она ваша, делайте с ней что хотите. Юная леди, ваша мать говорила, что вы появились на свет, потому что я выебал ее. Тик-так. Это шоке бы всего было мало. Гипноза, наркотиков, денег ее папочки и всей компании.
Нет, она украла у меня ту, кого я любила. Вот это было мало. Она чернила имя моей семьи. Что насчет тебя? Тебе было недостаточно трахать свою сестру? Не смей так говорить о Глории. Ты ебаное чудовище. Ты держал ее взаперти вдалеке от всех, только для того, чтобы она не рассказала о грязных секретах вашей семьи. Ты нихера не знаешь. А когда все начало вскрываться, ты решил, что пора заставить их замолчать, спалив все к чертям. Самая идиотская история в моей жизни. Разве твой любимый отец не сказал, что на самом деле он был женщиной? И что он женился на той, кого любила я? Просто для того, чтобы поддерживать свою ложь. И именно в его 10 лет начали накачали наркотиком. Тебя не удочеряли. Продолжаю убеждать себя, твоя биологическая мать. Сдавайся, ничего с этим не поделать. Ее отец был девочкой? Ну как он мог быть девочкой, если, блядь, он ее отец? Сосредоточься, освободи зверя внутри себя. Ты мать мертвых голов, мотыльки тебя слушаются. У тебя не болезнь, а дар. Дар, используй его, ты сможешь. Используй силу мотыля. Используй колесо мыши, наверное. Чтобы использовать силу мотылька, с помощью мотылька можно отвлечь врагов и избежать неприятных ситуаций. Тут, я так понимаю, у нее включается сознание мотылька. Серьезно? Ну делать-то чё? Куда летим-то? Ну как неудобно этим мотыльком управлять, вообще жопа. Вообще действует не очень долго. Дайте 3 минутки перекур. Попробуем обратно вселяться в мотыля, чтобы развязать бабенцы. Сейчас подойду. We'll be right back.
бесить. Так, мотылек, давай. Давай. Мотылек, вызывай тебя. Застревает постоянно. И там. Может, надо мотыльком ее развязать? Блин, ну что, неудобное управление. Это не цель, ни хрена не открыть. Надо что-то сделать? Нет. Мистика пошла. Не только мистика пошла. Уже вам бред начинается. Что мне этим мотыльком-то творить? Попробуем еще облететь. Застревает за каждый угол просто. Вот стой, что-то нажать можно. Обись. Оказывается, мотыльком нужно было выключатель долбануть. Выключатель я вообще случайно заметил. Я смогла. Даже не верится. Вали оттуда. Вали. Мужичонок-то стреляет вроде неплохо. Отсоси, уёбищ. Запирай его там в холодильнике. Блин, взяла бы, закрыла его в холодильнике, он бы вообще не выбрался. Давай еще раз обежим. Можно что-то взять тут? Закрывай дверь. Так, по целям спрячьтесь от Эшмана. Давай спрячемся. Он походу видел, куда я спрятался. We thought we could stop them. To stop the parasite from spreading. А что, по идее, дверь должна открыть большой. It all turned against us. That was close. I have to be careful. Ведь не попалась. Здесь стоит быть осторожным. Сбегите из ресторана. Теперь уже можно спокойно, короче говоря, смотреть все. Кирпич, ключ. Что у нас? Окей. По-моему, где-то здесь еще что-то можно было подобрать. Корзина. Нож, средство от насекомых. Ножницы. Так, что-то можно соединить. Вот это соединяем. Это соединяем.
хотел. Либо ножницы, либо нож. Разница, короче, никакой. Окол. Он это ножницы выкидывает. Ладно. Пойдем с ледоколом на деда. Как сказать, на будущего деда. Тоже ножницы. Так, может пройти в одиночку. Только не ты, Лайза. Подружка, что ли? Ну да, вон он стоит. Мы с бабой мотыльки. Сейчас будет, походу, скример. Подружка теперь с топором бегает. Так, тихо. Балкон. Блин, а я не видел, где балкон тут. Раньше их теперь трое за мной бегает. Ошибись. Вырубили. Что, все заново бегать, все собирать. Придется все собирать, короче говоря, на каждый раз, пока. Может, их надо оглушить, то по-любому будет. Прикрафтить нечего. Ножницы уже есть. Все равно больше одного предмета нельзя тащить. Я бы это скрафтил. Так, ладно, попробуем сейчас к этой бабе не подходить. We can't leave. Наверняка занято. Ну, почитай. Алина официантка. Что бы это значило? Лайза была шеф-поваром. Ну, как выйти-то отсюда? The red nuns were used as lab rats and then burned alive to bury the evidence. Ладно, сохраняемся. Not everyone died at the Christa Morenti. Да, теперь видишь, то, что их трое. Можно я теперь дело обходить. Можно стать. I feel dead inside. Походу. Ну, шкатулка, она привлекает чисто внимание всех. Постоянно подбирают вот эти ключи мотыльков. Зачем? There must be some sort of exit from this restaurant.
А где мужик? They want to control me. В прошлый раз я выбегал, он сразу же там в углу находился. Крафтить хоть. Давай. My head. It's all their fault. О, разницы никакой, кружка или бутылка. Где мужик-то ходит? Вот здесь вот прям, я вот выходил из двери, он прямо вот здесь стоял. Рядом с рогами. Балкон. Туда просто не забраться. Ок. Смотрим. Процесс сделать нельзя. Фелтон. Уайман! Да идет. Понял. How did you manage to enchant me? She's just like Felton. To bury the other. Огонь не слышно. Ощущение, что он за дверью где-то. Я не знал, что это сон. Знал, что не схожу с ума. Блин, серьезно? А, и тупик, короче. Зашибись. Как произошло? Че она валяться начала? Ну дай пройти-то. Пиздец, они все сюда. Так и бабу подавить, и чего? Пиздец. А как можно убежать от них? В этом в маленьком помещении, если они... Один дверь стоит, держит, а второй тебя мочит просто тут же. И возле них. Тусуешься и все. Блять. Вы серьезно? Да дед просто. Дед просто всегда в разных точках появляется. Ну, он возникает рандомно, ниоткуда. Сейчас я выйду, его не будет. Блять. Теперь баба это палит мне. Зашибись. Do you really think you're going to manage to run away with Lindsay? She is a part of it. Подружку застрели. Jen, stop! Can't you see? You can't run. Как она долго встает, а? Смотри-ка. Беги, беги, сука. Where are you running to? Так, ну ближайшая точка, где я могу заныкаться, это вот здесь. Они вдвоем за мной ходят. Пятка вон там сидит, телек смотрит, походу. Hmm.
Хер его знает, ушел или не ушел. Ариана, это был он как раз тут был. Почти даже не топает. I don't want to die. I don't want to die. Why did you do this to me? Oh God. Тут у нас, по-моему, туалет тут вообще. Давайте собаку сюда. Ну чё бы нет. Внучку, жучку, всех сюда. Дверь вообще не открывается. Ну тут слишком до хера народу, по-моему, на один квадратный метр на тебя нападает. Чего-то еще и сохранилось-то. Зашибись. То есть собака вылетела, игра сохранилась. Халает собака, короче, дверь не открыт. Мужик, подруга, там тетка и собака. Шикарно вообще. Ну прячься ты сюда хотя бы. Просто это не работает. Охеренно. Причем мужик валит с двух выстрелов. И он может стрелять практически, ну, с любого угла, как бы, ресторана этого вонючего. Иди сюда. Так, я въебу. Второй. Все вырубить просто. Так же, как в прошлый раз. А, все прибежали. Ну-ка, пролезть можно. Ну, давай. Суки вытащили, а? Ты смотри, что творят, а? Обезьяны, блядь. Там еще какая-то эта херня. Ее можно нажать. Может, собаку можно отпустить? Еще горничная нужна. Да, тут нужна горничная, дед и бабка с первой части. Вот самое то. Ладно, пока хотя бы они все не сбежали. Посмотрю, может быть, тут что-то есть. Нет, тут два хода. Туалет. И они все сюда прибегают. Бля, теперь они меня двери таранят. Смотри, какие. Катя. Траченное оружие, я смотрю, кстати, ни хера не глушит. Им все равно. Пиздец, как они прорываются просто через двери, нахрен. Какой-то. Ну и как от них не от всех этих убежать от них? Дед стреляет с любой точки. Это обезьяна с топором. Другая с ножом. Да, попробую еще раз в сортире заныкаться. Там я шкаф увидел. Я не знаю. Сейчас, может быть, они разбегутся. Да, я видел то, что у бабки есть ключи.
Ну тут, по идее, по квесту просто свалить из ресторана. Свалить из ресторана, значит, надо как-то псину отогнать. Либо что-нибудь с ним сделать. Как эту псину угомонить, я не знаю. То есть собака сидит возле входа на веревке. Рядом с ним бабка. Собака начинает лаять, сбегаются все туда троем. Бабка догоняет тебя первой. Дальше идет за ней мужик, как правило. И он может мочить тебя с двух выстрелов. Ну, пока подружка догонит с этим, с топором. Времени многовато проходит. А подушка еще можно сливать. Ну, серьезно, блядь. Что бы собака это сделала? Fucking bitch. Fucking bitch, говорит. Да это еще что такое? Ну, бумажка какая-то беспонтовая. Как просто? Они просто все тут районно бегут на тебя. Бред какой-то вообще. Давай заныкаемся в шкаф, я не знаю. Как Games, привет. Лайк, просмотр, так держать. Хорошее видео, все на уровне. Удачи с каналом. Спасибо за поддержку. It won't be like when you ran away from home. This time you'll be all alone. Не просто троем за тобой несут. Enough with the hiding. Wake up, Jen. It's only a bad dream. Are you behind that door? Or under that table? То есть в некоторых местах они даже друг другу мешают ходить. То есть NPC действует так, что искусственный интеллект у них прописан, но прописан он по отдельности. Come. Uncle Wyman would love to meet you. Did you know that he now goes by the name Porcelain? Наверное, давай вылезем. По идее, они должны сюда больше зайти. I was the right man for Arigano, not Felton, a filthy slut pretending to be a man. Серьезно, блядь? Тут же место сохранения. Место сохранения, где ты сохраниться, в принципе, не можешь. Потому что тебя мочат. Отлично вообще. Что за бред, блядь? Что с этой собакой можно сделать? Бутыльками ее отвлечь. Давай еще раз. Сейчас заныкаемся, там подольше посидим, может они рассосутся конкретно по локации. Попробовать собаку какую-то бутыльками начудить. They dragged me into all of this. Uncle Wyman would love to meet you. Did you know? Первый подошел, теперь вторая подошла. These are not my own intentions. Сейчас по идее по логике вещей дед должен подойти. I might be older than you, but believe me when I say I rarely give up.
Я же говорю, то, что на меня агрится сразу же три сталкера, короче говоря. У них у всех отдельно искусственный интеллект прописан. Но шароебятся они все примерно по одному и тому же алгоритму. То есть, если они тебя заметили, они бегут за тобой толпой, коридорчиком. Если один тебя увидел, привлекает шума у второго и так далее, они собираются в одну кучу. Ни шагов не слышно, ничего. Я попробую вылезти. How did she get away? Он единственное место, откуда я не заглядывал, там. Логично было, конечно. Далеко вообще. Давай попробуем так. Собака надо делать. Пятая псина, что тебе нужно? Тихо. Замолчи уже. Она подбежала и замочила свою собаку, потому что я переселился в, я не знаю, в насекомое и как-то пожужжал возле него. Это очень странная фигня вообще. Колокольчик зазвенел. Вы серьезно? Та собака вылетит, то колокольчик зазвенит. Странно то, что там какого-нибудь взрыва, там, я не знаю, не произошло. Сюда просто прыгнуть и все. Работает, честно. С каждой минуты эта игра все страннее и страннее. Угу. То есть эта херня с собакой не прокатила. Ну, не сохранилась. Надеюсь, я успел спрятаться. Когда я выбежал на балкон, зачем мне предлагалось перепрыгнуть через него? Нахрена, собственно? Типа, миллион способов подохнуть на ровном месте, типа того. We are all in his hands. There's no point in trying to run away. Сначала бабулька, потом девчулька, сейчас дедулька прискачет. О, вот и дед. Прыгать надо было. Куда? Через балкон? Я прыгнул, она умерла. То есть надо куда-то бежать. Вдоль, я не знаю, балкон или что-то такое. Ну тут же колокольчик сработал, как бы за тобой уже три сталкера несется. Надо что-то делать. Прыгать не надо было, ну. Не надо, не надо. Я уже понял то, что не надо было. Well,
Эй, чё нихрена не вижу? Вот он. Может быть, как-то надо колокольчик отключить, не знаю. Ну, по идее, она вообще никаких предметов швырять не умеет. Кто-то, если какие-то есть взаимодействия, то работают они конкретно по скрипту. Колокольчик. Ну, побежали. Деда-то стреляет, я смотрю. Зачем столько моментов, просто чтобы ты перепрыгнул? О, старые знакомые. Слепая это, монахиня. Я не удивлюсь, если они сейчас вчетвером на туре будут за мной бегать. Вот вообще не удивлюсь. Обратно в ресторан, да серьезно? Чуть не попалась. Не подходи. Спокойно, я пришла в себя, верь мне. Что за хуйня тут творится? Что случилось с остальными? Послушай, нет времени. Я хочу отсюда выбраться. Ладно, я помогу, но сперва ты мне помнишь. Дженнифер, поверь мне, я знаю, на что ты способна. Ты это показала в холодильной камере. Узнай голос. Это была ты. Я чувствую, что у тебя внутри. Я знаю, что ты меня слышишь. Выйди на балкон, оттуда сможешь попасть к кухонному лифту. В подсобном помещении. Я знаю, где найти от него ключ. Тебе требуется мне это провести. Как мне это сделать? Так же, как я вела тебя. Вела к твоему удару. Именно так ты и выбралась. Стой здесь, я пойду вперед, сосредоточься. Загляни внутрь себя. Ну давай заглянем внутрь себя. Это из-за Элизы. Так, стой рядом. Твою мать, она идет сюда. Видишь музыкальный автомат? Okay. Он где-то там, в углу, по-моему. Че он не двигается? Пучком сидят, тупят. Серьезно, эй. Кстати-то как? Я не знаю, ничего не работает. Персонаж просто не двигался. Он испарился. Давай еще раз. Okay, stay with me. Don't leave me. I'll give you the go-ahead as soon as I'm done. Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Do you see that old jukebox? Use it. Все, они не двигаются. Ни кнопок, ни инвентаре, ничего не работает. Назад посмотреть она может. Ну, хуйня, блядь. Я не знаю, это баг, что ли? Ну, она сейчас подойдет, просто тебя и впалит. Okay, stay with me. Don't leave me. I'll give you the go-ahead as soon as I'm done. Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Do you see that old jukebox? Use it. Эй, ничего не работает. Не меняется инвентарь, ни хрена.
Я не знаю, походу это правда баг, потому что, ну, надо нахуй что-то действовать, как-то двигаться. Автомат примерно вот в этом районе находится. А, подожди, подожди. Как-то время. Я вспомнил про мотылька. Думал, надо самим персонажем побежать быстренько. Включил. Это что, двигаться забудешь? Теперь обратно надо в эту, не переключается. Стоит колбасится там. Ну ты долго трястись-то будешь? Странная херня. Допустим. И найти укрытие. То есть я просто мотыльком должен все это время был подсказывать. Да. Подгеймер, привет. Спасибо за лайкос. На карты бы села тетя. Напугай луну монахи. Чем мне ее напугать? Okay, stay with me. Don't leave me. I'll give you the go ahead as soon as I'm done. Ладно, поехали. Отвлеки. Стоим, тупим, ждем, пока прибежит. Интересно. Ладно, хорошо, с этим разобрался. Я уже думал, все там. Бак игры, блин, и она просто нерабочая. А тут получилось, иначе нужно действовать. Так, ключи. Теперь надо догадаться, короче, каким макаром гей напугать Аллу ведь. О, как показать-то? Да, он убежал. А, она, значит, в шкафу и спряталась просто. Понял. Причем я на этот шкаф ей не показывал. Вот а чем ее напугать?
Может, обратно лететь к автомату? Don't leave me. I'll give you the go-ahead as soon as I'm done. Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Предметов взаимодействия я не вижу ни хрена. A key somewhere. Ashman usually hides it here. Where the fuck is it? God damn it, I can't get to it. Can you manage to see a small key up there? Fuck. No, she heard me. Oh god, I have to hide. Jen, what do I do? По идее, она должна вернуться назад. Наверное. Это ведьма с огнеметом, охренеть. Чем ее пугать-то? Она очень быстро бежит за ней. Может как-то пытаться, блин, в дверь сквозануть. Я вот за этой подружкой прям чик. Ну вот. Here we are. There should be a key somewhere. Ashman usually hides it here. Where the fuck is it? God damn it, I can't get to it. Can you manage to see a small key up there? Да, с автоматом фишка не работает. Чем мне ее напугать? Бежит по одной траектории. И догоняет ее. Okay, stay with me. Don't leave me. I'll give you the go-ahead as soon as I'm done. Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Кроме тут бокалов, там бутылок, я ничего такого прям не вижу, чем ее можно отвлечь. Испугать еще. Ружья. Далековато она от ружья пробегает. Она бежит вот прямо по этой траектории. Здесь заворачивает. Потом сюда. Здесь кроме цветка ничего такого нету. She heard me. Oh god, I have to hide. Jen, what do I do?
зачем бы ее тут напугать-то? Прям вот мы сейчас не знаю. Может быть, прямо надо пролетать в дверь, пока она пробегает. Да. Давай, чем пугать? Я не вижу, чем пугать. Okay, stay with me. Don't leave me. I'll give you the go-ahead as soon as I'm done. Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Do you see that? Я знаю, может быть, субтитров будет более точнее написано. Я как-то их, по-моему, особо не читал. Я вижу то, что она там благодарит и матерится, и больше вроде ничего такого полезного. А, еще последний разок попробуем. Если нет, то... В следующий раз... Кодов есть. Но меня слышала, глупый, надо спрятаться. Жан, что мне делать? Тебе сюда. Дальше. Это можно долбануть ее, да, да. Вообще просто исчезает. Спасибо, Джен. Держись еще немного. Напугай Ломанохи. И все. Она добирается до двери и срабатывается. И ни хрена ты тут не сделаешь. Ладно, будем думать. Давайте, ребят, заканчивать на этом деле. В следующий раз продолжим. Всем спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, комментарии тоже пишите. Всем отвечу.